Тактические учения по отработке ведения действий в городских условиях проходят в крупнейшем в Европе Мулинском военном полигоне в Нижегородской области. Военнослужащие 20-й армии приняли бой от условного противника. Особенность занятия заключается в том, что оно проходит в формате двустороннего учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Действия противника обозначают не картонные мишени, а военнослужащие специально обученного подразделения. В этих ситуациях обучаемые лишены возможности предугадать действия противника и вынуждены действовать, исходя из динамично меняющейся обстановки. Боестолкновение с живым противником является значимым фактором, влияющим на психологическое состояние военнослужащих. Занятие проводится в населенном пункте, специально построенном для отработки штурма и зачистки зданий. В полубое уже не поймешь, кто наступает, а кто обороняется. Дымом заволокло все пространство. Военные говорят, что бой в условиях города самый сложный, мало места для маневра техники, постройки могут таить врага буквально за соседней стенкой. При поддержке артиллерии и преданных подразделений личный состав приблизился к поселку и где начал боевые действия с использованием имитационных средств. Бой продолжался всего несколько минут. В неразберихе наступающие подразделения смогли наладить между собой контакт. И противник, пусть и условный, сдался в плен. Оценка учениям – хорошо. Первое отделение. Оценка. Хорошо. Выполнила за 14 секунд. Личный состав отделения действовал уверенно. В 20-й армии пообещали подобные тренировки только начало. В скором времени здесь появится полноценный город со всеми объектами инфраструктуры, для того, чтобы условия ведения боя были максимально приближены к реальным. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ, Мулино.